Так, спасибо большое. Да, сегодня мы, вот я уже говорил в первой половине, что очень важный раздел лечения рака молочной железы касается пациентов с HER2-позитивной опухолью. Которая, в общем-то, протекала до недавнего времени чрезвычайно агрессивно, когда не было получено таргетных препаратов. И вот видите кривые выживаемости, это данные Оксфорд метаанализа, который показывает ситуацию с этими опухолями, когда в свое время, там, десятки лет назад, проводилась химиотерапия АЦ там, или СМЕФ. И вот последняя верхняя кривая, как видите, как резко все это изменилось, но тем не менее все же и при проведении таргетной терапии все-таки у почти у 30% пациентов при длительном наблюдении возникает рецидив заболевания. Ну и понятно, что Сангалин этот вопрос рассматривал как один из основных, что нужно делать и что фактически выполняется в мире, чтобы улучшить результаты этих пациентов. И вот просто привожу, значит, само голосование, когда даже при опухолях 5 мм и меньше, 1/3 экспертов предлагает лечение использованием трастузумаба герцептина. Ну, конечно, большинство не поддерживает эту версию, хотя понятно, что там риск увеличивается. И даже при опухолях, вот скажем, до сантиметра в диаметре 85% поддерживают такое лечение, 10% против. Ну и так далее. Но я уж не говорю об опухолях от 1 до 2 сантиметров. Это большинство за таргетную терапию. Поэтому сама вот как бы само голосование последний день конференции говорит о том, что при опухолях, здесь оно, при опухолях, отнесенных к категории Т1Б, то есть опухоль больше 5 мм, без метастазов в лимфоузлах, следует рекомендовать химиотерапию препаратом паклитаксел одним препаратом плюс трастузумаб. Кстати говоря, и там, и дальше при голосовании, значит, как бы оговариваются, что биосимиляры вполне допустимы, лечение рака молочной железы, они как бы не отличаются по эффективности от оригинальных препаратов. Но вы знаете, вот наши биосимиляры, кстати, в такой богатой стране, как США, там тоже используются биосимиляры таргетной терапии, не оригинальный трастузумаб, ну, в Южной Корее, в Китае и так дальше. Так что это вообще вопрос как бы уже решен. Дальше, если это больные больше, чем категории там, Т1Б. Значит, в российских стандартах опухоли до 2, даже более сантиметров, в категории Т2Н0, как бы не входят в группу, которым показан таргетная терапия. Здесь может быть химиотерапия, там, другая терапия, но не назначается герцептин. И во многих европейских странах при этих опухолях тоже не назначается. Значит, как вот трактовать это голосование экспертов? Это как вот они оговаривают, представители этих стран, Европейского Союза и США, что врач имеет право рекомендовать такое лечение. Но это не означает, что пациент будет получать бесплатно это лечение, что он имеет право. Если бы не было этих рекомендаций, то врач не имел бы права давать рекомендации. В некоторых странах получают пациенты, там кто-то полгода, кто-то, да, и бесплатно. Но в большинстве стран это как бы вопрос решается, так сказать, отдельно. Ну, а если опухоль достигла уже категории 2-3 стадия, то здесь спектр химиотерапии меняется. Здесь включаются и антрациклины, и таксаны. Если есть проблемы с назначением антрациклинов, кардиологические там и прочее, то это меняется на карбоплатин плюс трастузумаб. И в то же время, значит, эксперты рекомендуют, если это проводится неоадъювантное лечение, комбинацию двойной блокады пертузумаб, трастузумаб и химиотерапия.
Ну, вы знаете, что и в России эта комбинация утверждена. Вот сколько пациентов получает такое лечение, мы не знаем. У нас нет такого регистра. Мы знаем только по нашему институту. Во всяком случае, эта схема как бы используется уже в ряде стран. Ну и вопрос, который вот задавался, надо ли, вот, зная вот такую ситуацию, зная, что комбинация двойной блокады пертузумаб-тастузумаб плюс химиотерапия доцетоксела, она исследовалась при распространенных опухолях, метастатических, четвертой стадии. Вот это исследование Клеопатра, в котором участвовал наш институт. Вот. Он четко показал, что больные, которые были раньше обречены, вот, выживаемость увеличится на полгода. Но самое главное, что здесь еще не достигнуты медианы. То есть эти пациенты, которые получали двойную блокаду плюс доцетоксел, они еще живы. Вот. И это касается и общей выживаемости. Приходится. Да. Вот. Здесь даны оценки трехлетнего. Значит, теперь уже есть пятилетние результаты, которые показывают, что вот эти кривые, они расходятся в пользу двойной блокады. Значит, это было первое доказательство эффективности вот такого лечения. А второе доказательство, это как это и бывает всегда, сначала четвертая стадия оценивается, потом неоадъюванта лечения, то, о чем мы говорили. Вот проект «Неосфера» с участием в основном нашего института. Там итальянцы, немцы участвовали, все прочее. Которые четко показали, во-первых, двойная блокада плюс химиотерапия высокоэффективна, частота полных регрессов во всей группе 45, почти 46%. Вот. И что очень важно, группа, которая получала двойную блокаду пертузумаб-трастузумаб без химиотерапии. Значит, все-таки вот эта группа, почти 17%, полный регресс, без химиотерапии. Обычно любая таргетная терапия сочетается с химиотерапией. Значит, надо искать те критерии, которые позволяют отказаться от токсического лечения в пользу таргетной терапии. Но это вопрос как бы отдельный. Вот Никита Александрович будет, Савелов, об этом говорить и так дальше. Какие там предикторы биологические, значит, кто из этих пациентов с высокой экспрессией HER2 по иммуногистохимии фактически нуждается и чувствительный. Вот, имея вот такие результаты лечения четвертой стадии распространенных опухолей, не в адъювантотерапии, естественно, возник вопрос, а как быть в адъюванте при ранних стадиях рака? То есть нельзя ли вот эту блокаду использовать и в адъювантном лечении? И вот это исследование Affinity, которая ставила цель, вот ее дизайн, значит, две группы пациентов, химиотерапия по усмотрению врача, но включающая обычно антрациклины и токсаны, или, если были проблемы кардиологические, вместо антрациклинов платина, плюс значит, двойная блокада, трастузумаб, пертузумаб, и вторая группа, такая же химиотерапия, тоже трастузумаб, но плацебо. Плацебо, значит, без пертузумаба. И последующие наблюдения, значит, предусматриваются до 10 лет. Первичная цель исследования – безрецидивная выживаемость. Но имеется в виду выживаемость безрецидива инвазивного рака молочной железы. Обычно как бы оценивается, чтобы показать контрастность, так сказать, even survival, значит, выживаемость без событий. То есть когда нет рецидива рака молочной железы, нет других новых опухолей, нет контрлатеральных опухолей или смерти от других причин. Здесь оценивается только выживаемость без рецидива именно самого рака молочной железы, что, конечно, усложняло это исследование. Опубликованы результаты трехлетние, а вот здесь мы располагаем, я вот только что докладывал в Москве, результаты четырехлетние. Выживаемость этих пациентов. Значит, оказалось, что когда шел набор в это исследование, то набирались все пациенты, включая ранние стадии, без метастазов в лимфоузлах и с положительными рецепторами эстрогенов, то есть относительно благоприятной опухоли, люминальной опухоли. И стало ясно, что при вот этих опухолях категории N0
и с рецепторно-позитивным заболеванием, отличие значительно меньше. И тогда начали рандомизировать, но уже было набрано почти 3000 пациентов, а всего там около 5. И тогда стали включать только пациентов с регионарными метастазами, но операбельной опухолью, и рецептор негативного заболевания. Вот через 4 года видно, что отличия как бы не столь велики, то где-то 2-3%, как ожидалось. Ожидались, конечно, большие отличия. Но учитывая, что подавляющее большинство-то до этого вошло в больных с очень благоприятными стадиями категории N0, гормонозависимые, и сама гормонотерапия там меняла потом ситуацию, потому что она тоже эффективна, поэтому столь больших отличий не было получено. Но они достоверны, это очень важно. И в группе больных с рецептор-негативным заболеванием тоже разница, вот, 3% почти. И еще одна, так сказать, проблема, которая возникла. Когда планировалось это испытание, то за исходную точку выживаемости были взяты результаты тех адъювантных испытаний герцептина, который, значит, там включал 11 тысяч пациентов, где трехлетняя выживаемость была 88 или 89,0. То есть ожидалась разница не менее 5%. А на самом деле тут даже в контрольной группе, вот к 3 годам, 91% выживает без пертузумаба. Вот. Ну, конечно, когда отличия не столь рельефны, опухоль относительно благоприятна, в основном все-таки первая и немного вторая стадия, очень важна сама переносимость и стоимость лечения. Так вот, в общем-то, они как бы, эти группы, оба вида лечения неплохо переносились, но все-таки числа диарей, кожных высыпаний, проблемы с слизистой было выше в группе, получавшей плюс пертузумаб. И, кроме того, и второй важный фактор – кардиотоксичность. То, что здесь не указано, но было показано вот при этой оценке, что у 2,3% в группе пертузума была чаще кардиотоксичность, хотя детальных исходов при этом не было. Ну и, конечно, само качество жизни. И здесь многие осложнения были связаны с токсанами. Ну, допустим, доцитоксал, фибрильная нейтропения и так дальше. Когда токсаны отменялись, сразу резко, значит, как бы снижались осложнения и качество жизни. Ну, в общем-то, сопоставимо. То есть, в принципе, это лечение переносилось неплохо. Ну и, в общем, можно сказать, что все-таки, если оценивать так, как оценивает Оксфордский университет результаты лечения, он оценивает относительных показателях, пропорциональных. Что это означает? Вот, допустим, в одной группе рецидив заболевания был у 40%, второй благоприятный, где было эффективное лечение, у 20%. Пропорциональное отличие 50%. Или взять пациентов первой стадии, где у одной группы рецидив был у 4%, у второй – у 2%. Вот как в этом сведении? Значит, пропорциональное отличие тоже 50%. Но абсолютное отличие легко уловить при распространенных опухолях, и это всегда видно. Чем хуже прогноз, тем легче выявить отличие. И при таких вот ранних стадиях, как правило, идет оценка через 10, 15 и более лет. Вот почему Оксфорд запрещает давать там оценки пятилетней выживаемости, они, большинство пациентов переживает этот срок. Нужно 10, 15 и даже вот в программе АТЛАС 20 лет. Вот это объективная оценка. Но в практической жизни это, как вот и Антон сказал, почти невозможно. Вот мы смотрим десятилетние результаты тех исследований, в которых мы тоже принимали участие, в частности, исследования адъюванта применения герцептина плюс химиотерапия. И мы видим, что отличия показателей выживаемости во всех группах, ну, включая и с метастазами, стали особенно рельефны после 5-го года. А здесь еще до 4 лет не дошло. То есть они, видите, расходятся. И можно ожидать, что эти отличия достигнут еще большего значения. И поэтому, конечно, возникнет вопрос о том, как вообще поступать с больными, получающими сейчас адъювантное лечение
химиотерапии плюс трастозумаб. Надо ли добавить пертузумаб? Ну, мы знаем, что обычно вот в практике, в большинстве стран, ориентируемся во всем на очень небольшое число признаков. Это экспрессия эритростероидных гормонов, HER2, ну и, конечно, стадия заболевания. И практически вот перечень всех, так сказать, признаков, которые мы формируем, так называемые подтипы и так дальше. Вот. Но все на самом деле, конечно, сложнее. Вот, скажем, известная вот эта публикация Чарльза Перу, ну, тут Лиза Кэрри, это клиницист, но она на первом месте в статье, где видно, что если взять все HER2-позитивные опухоли по иммуногистохимии, то фактически там у 35% в одной трети действительно так называемый HER2-enrich, то есть высокая экспрессия вот этого гена, которые чувствительны таргетной терапии. Если взять больных только с рецептор-негативными, но по иммуногистохимии, ну чуть больше, но не все, только половина. Вот среди них, в общем-то, и кандидаты чувствительные таргетной терапии плюс химиотерапии. Ну, это проблема. Но что дешевле там? ПАМ-50, там платить $3000, или, значит, давать всем подряд герцептин, там, и трастозумаб. Это cost-effective анализ. Это, значит, подсчитывать надо. Так, еще не переходит. Да. Ну, вы знаете, что и на прошлом АСКО, и сейчас все это обсуждается. Причины резистентности к трастозумабу. Ну, не все чувствительны. Ну, мы показали, там 17%, если не проводить химиотерапию. Тут много признаков, да, Николай Александрович, значит, он, наверное, уже говорил, еще скажет, у него будет доклад, но и среди них иммунная система. Но сам по себе трастозумаб в значительной степени препарат иммунологический от антитела, хотя здесь все непросто. Вот. И вот первая работа еще Денкерта Карстена показали, что, допустим, опухоль, интитулирующие лимфоциты, и ответ на неоадъювантную химиотерапию больных с HER2, там трижды негативно. Значит, трижды негативно более-менее ясно, и это, в общем, как бы мы уже сейчас, будет большая работа в нашем институте, трехлетняя тема такая, включая наш отдел иммунологии, Анна Сергеевна отдел и так далее. Это мы еще начинаем. Но гораздо сложнее ситуация с HER2-позитивным заболеванием, хотя есть уже метаанализ, который провел. И сейчас последняя публикация, вот Али, 15 год, и в этом году вышел большой обзор, где он четко показывает корреляцию между, допустим, Т-лимфоцитом CD8 и эффективностью добавления герцептина. Ну, здесь, конечно, не так просто. Вот Николай Алексеевич более подробно и профессионально так бы это рассмотрит вопрос. Но, в общем, изыскиваются пути понять, кому в первую очередь следует проводить такое дорогостоящее лечение. Это резко удешевит. Вот, это отбор пациентов, чувствительных к такому терапии. Вот. И ненужная терапия тоже, в общем, она как бы не оправдана. Поэтому это одно из тех направлений ключевых, которые сейчас будут развиваться. Ну и здесь мы просто говорим, что в принципе, двойная комбинация, она уже утверждена при четвертой стадии распространенного неоадъювантом лечения, в том числе в России. Значит, сейчас ожидается утверждение в Европе и США, и в феврале следующего года в России. И будем надеяться, что, во-первых, стоимость лечения будет не столь высоким, как сейчас, ну и, во всяком случае, пациенты получат адекватное лечение. При этом, конечно, продолжится исследование биологических, так сказать, предсказателей, к чему, у каких пациентов среди HER2-позитивных опухолей чувствительны. Потому что пока мы ориентируемся на анатомические признаки стадии заболевания, на экспрессию рецепторов стероидных гормонов. Но этого недостаточно, нужны более глубокие тесты. И вот об этом еще будет соответствующий доклад. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Владимир Федорович. Какие будут вопросы? Спасибо. Да, конечно, Сен Юрьевич. Да, к микрофону.
Владимир Федорович, вот все-таки мнение, ваше мнение как эксперта мирового класса в этом отношении. Все-таки, если мы видим, что в неоадъюванте двойная блокада вместе с цитостатиками так высоко эффективна, то ведь целесообразно экстраполировать этот эффект и на адъювант, не затрагивая вопросы экономической целесообразности. Вот ваша точка зрения, насколько это вот, действительно в интересах пациентов? Простите, значит, вопрос. Двойная блокада не адъюванте, насколько ее целесообразно все-таки экстраполировать на адъювант, учитывая успех? Вторую часть доклада говорил об адъюванте. Значит, то, что в неадъюванте, это уже утверждено в России. Значит, когда голосовали сам Галин в Вене, то... большинство экспертов проголосовало за то, что надо продолжать терапию трастазумабом до одного года. Но в это время, и там вот, когда я показывал слайды, еще не было опубликовано исследование Афинити. Еще не было результатов. Там написано «до ожидания, до этих результатов». А когда мы уже имеем, но Сангалин так устроен, что он не меняет в течение 2 лет то, что уже написано. Но как бы дается на усмотрение представителей, допустим, я от России, там от СНГ, на усмотрение писать в рекомендациях или не писать двойную блокаду. Без всякого сомнения, если, скажем, в результате успешной неоадъювантной терапии достигнут полный регресс, то логично продолжать такую же двойную блокаду. Потому что то, что в Москве обсуждалось, там было сказано, в случае резидуального заболевания, надо продолжать эту терапию. Как раз и не надо продолжать. Неоадъювантный этап уже показал, что опухоль нечувствительна к этой двойной блокаде. Надо что-то менять, на Кадсилу переходить и другие препараты. А именно она показана в продолжении до 1 года там, где уже был ответ на неоадъювантную терапию. Поэтому это весьма актуальный, вопрос.